Здравствуйте, ребята! Сегодня я вам почитаю историю, которая называется «Джуманджи». Текст и иллюстрации Криса Ван Олсбурга. «Да вот еще что!» – сказала мама. «После спектакля мы придем не одни, у нас будут гости, так что будьте добры, наведите порядок в доме». «Золотые слова!» – добавил отец, поправляя шарф. Мама внимательно оглядела свое отражение в зеркале, тщательно пришпилила шляпку, потом наклонилась и поцеловала обоих детей на прощание. Когда входная дверь затворилась, Джуди и Питер радостно захихикали. Они вывалили все игрушки из ящика и устроили ужасный беспорядок. Но смех мало-помалу затих, и Питер плюхнулся в кресло. «Скукотища!» – сказал он. «Ужасно!» – вздохнула Джуди. «Может, пойдем поиграем на улицу?» Питер согласился. Они пересекли дорогу и оказались в парке. Для ноября было прохладно. Дети посмотрели, как их дыхание превращается в пар. Валялись в листьях. Потом Джуди попыталась засунуть листья Питеру под свитер. И он вскочил и бросился за дерево. Когда она его догнала, он стоял на коленях возле дерева, рассматривая длинную узкую коробку. «Что это?» – спросила Джуди. «Какая-то игра», – сказал Питер, передавая ей коробку. «Джуманджи», – прочитала Джуди надпись на коробке. «Игра «Приключения в джунглях». «Смотри», – сказал Питер, показывая на записку, прикрепленную ко дну коробки. Детским почерком было написано: «Берите, если хотите, развлечение, но не для всех. П.С. Внимательно прочитайте правила игры». «Хочешь взять домой?» – спросила Джуди. «Да ну», – сказал Питер. «Я уверен, что кто-то оставил ее здесь, потому что она скучная». «Ладно тебе», – возразила Джуди. «Давай попробуем, а я побегу до дома быстрее». И она побежала, а Питер припустил за ней. Дома дети разложили игру на карточном столе. Она была очень похожа на те игры, которые у них уже были. Складное поле, путь из разноцветных клеток, на клетках подписи. Путь начинался в диких джунглях и заканчивался в Джуманджи, в городе с золотыми башнями и домами. Питер принялся трясти кубики и перебирать лежащие в коробке фишки. «Положи все и послушай», – сказала Джуди. «Я читаю правила. Джуманджи – приключения в джунглях. Игра для детей. Игра придумана специально для тех, кому скучно и не сидится на месте. А. Игрок выбирает фишку и ставит ее на клетку старта. Б. Игрок кидает кубики и передвигает фишку по клеткам, пробираясь через опасные джунгли. В. Первый из игроков, добравшись до Джуманджи и крикнувший название города, победитель». «И все?» – спросил Питер разочарованно. «Нет», – сказала Джуди. «Есть еще одно правило, и оно написано заглавными буквами. Г. Очень важно помнить. Начав игру, ее нельзя закончить, пока один из игроков не доберется до золотого города». «Подумаешь, какая ерунда!»